Та-дам! Всем привет! Сегодня у нас будет супер-мега-короткий обзор, и мы попробуем новинку из компании Oriflame. Называется очищающее средство для лица с ароматом папайи и крем для лица и тела, кстати, для лица и тела тоже с ароматом папайи. Ай. Даже пахнет через закрытые баночки. По поводу очищающего средства, его нужно нанести на кожу лица, промассировать аккуратненько пальчиками и смыть водой. Давайте пробовать. Немножечко непривычно, я привыкла гелем пользоваться и наносить его на влажную кожу, поэтому я хочу попробовать, какой будет эффект, если одну половинку вот я сделаю мокренькой, увлажню водичкой, а другую буду на сухую кожу наносить. Так, руки у меня сухие. Посмотрим. Во-первых, красивая упаковка, прям мне нравится. А средства нужно, наверное, не так уж и много. Возьму вот столько. Закручиваем желтой крышечкой. А, как все классно. И аккуратненько, ну вот разделил напополам. И аккуратненько сейчас буду наносить на все лицо. А, как пахнет. Помните всегда, что нужно все движения, когда мы работаем с кожей, делать по массажным линиям. То есть шея у нас идет, передняя часть шеи вверх, боковая вниз, от подбородка, от середины подбородка мы двигаемся в стороны к мочке уха, от крыла носа я двигаюсь к вискам, от середины лба я двигаюсь в стороны. Аккуратненько. Глаза мы не трогаем. То есть все очищающие средства, если на них не написано, что можно снимать макияж с кожи вокруг глаз, мы туда не лезем вообще, потому что здесь кожа очень тоненькая, она такая нежная, она такая подвержена появлению морщин, поэтому подальше от нее держимся. Но вот честно, я по ощущениям на влажную кожу еще я могу делать массаж. Еще легко скользит рука. Здесь, с этой стороны, где кожа была сухая, уже чувствую, как средство так впитывается, и уже не так легко двигаться пальчиком. Поэтому, конечно, на увлажненную кожу мне комфортнее. Так, ну и все, в общем-то, можно смывать. Ну, просто наслаждение ароматом. Ах, класс, все, смываю. Хорошо, вот прям аромат просто потрясающий. Лицо просто промакиваем, не надо его тереть, жестко-жестко, аккуратненько промакнули. А теперь смотрю эффект, какой получился. Ну, с обеих сторон все замечательно. Личико такое чистенькое, кожа матовая, кстати, абсолютно матовая. Это говорит о том, что хорошо снялся верхний слой жира. Мне понравилось. Честное слово, настолько приятная кожа, вот прям мягенькая-мягенькая. Ну, теперь давайте пробовать крем для лица. Баночка 75 мл. Тоже красивая такая баночка. Крем приходит запечатанный, то есть у него закрыто фольгой. Кстати, обращаю ваше внимание, на каждой баночке есть такой значок, маленький-маленький, на нем нарисована баночка и такая крышечка приоткрытая. Вот обращайте внимание на все упаковки. И тут написано какое-то число. Вот в этом случае написано 12М. Это значит, что после того, как я открою фольгу, то есть в течение 12 месяцев нужно использовать этот продукт. Я аккуратненько отрываю фольгу. Ой, у меня вот прям на фольгу приклеился крем. Ну да, я его вертела. Дайте мне ложку, я его просто съем и не буду никуда его мазать. Ой, это кайф, просто полный кайф. Полная банка такого чудесного крема. Крышечку закрываю, а отсюда с фольги буду брать крем. Раскидываем его по всему лицу. Я вот такими точечками разбрасываю крем, а потом его пальчиками вбиваю.
Ой, какой он приятный, приятный. Не могу, не могу. Просто чудо. Так. А все, что останется, просто нанесу на руки. И пусть у меня руки тоже вкусно, вкусно пахнут. Работаю пальчиками. Смотрите, я делаю такое стаккато. Тоже по массажным движениям. Ой, по массажным линиям. Заговариваюсь. Это на меня так аромат папайи действует. Так хочется перенестись куда-нибудь в экзотическую страну, где манго, папайи, ананасы, вот эти вот настоящие, не то что к нам привозят зеленые, а эти вкуснющие. Оп-оп-оп, так аккуратненько вверх, тут стороны. Все, если вы будете правильно ухаживать за кожей, то поверьте мне, это намного отсрочит появление морщин, складок на лице, обвислости и так далее. То есть лицо будет такое вот прям вот, ну, классненькое, как у меня. Недаром же я горжусь своей кожей, просто потому что в 19 лет уже узнала, как правильно ухаживать за собой. И с тех пор ухаживаю вот уже сколько лет? 19, 45 мне практически, минус 19, 26 лет вот эти вот стаккато. И я ни капельки не устаю, и вообще я получаю удовольствие от ухода. Итак, крем впитался, пахнет он обалденно. Но я достаточно много нанесла. И еще такой вот, ну, чувствую, как прилипают еще ручки. Пока еще такой легкости, воздушности я не чувствую. Потому что надо поменьше крема брать, да? Не как я там с широкого плеча сразу навалила целую кучу. Но в целом ощущение прям приятные, но в любом случае нужно какое-то время понаблюдать за кожей, как она принимает продукт, потому что бывает такое, что с первого раза продукт, ну, непонятный, как он подошел или нет. У меня просто такое бывает, что мне надо понаблюдать какое-то время, попробовать, приноровиться к какому-то продукту, потом я уже понимаю, хороший он или в следующий раз я его не закажу. Но вот с этим кремом история понятная, я его заказала для дочки, но я его попробую еще пару раз, как он будет себя вести. Ну, в целом, очень приятный продукт, очень приятный. Ну, поставим высокую оценку, начиная с упаковки, несмотря на то, что продукт такой недорогой, очень доступный. 119 рублей всего стоит каждый продукт по цене каталога, а со скидкой еще выгоднее. Я считаю, что такой продукт можно одобрить самой высокой оценкой. Спасибо за внимание. Желаю вам приятных, вкусных покупок в этом каталоге и отличного, позитивного, экзотического настроения. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.